Сложно поверить, что еще недавно Богдан нуждался в экстренной операции. Мальчика во время прогулки легнула лошадь. Копыто угодило в голову и пробило череп. Сам Богдан момент трагедии не помнит. Из Сасовского межрайонного медицинского центра его направили в Рязань. В ДКБ он прибыл в состоянии средней тяжести. Была сразу же выполнена РКТ головного мозга, где был выявлен удавленный перелом с давлением около 9 мм. Это означает то, что повреждается, возможно, повреждение головного мозга и образование субдуральных и эпидуральных гематом впоследствии. Операция длилась около полутора часов, сложностей не возникло. Излишнее давление удалось устранить. Врачи отмечают, что шрам останется, ведь перелом изначально был открытым. Однако других напоминаний несчастного случая быть не должно. Во время операции все вдавленные отломки были восстановлены, и форма черепа ровно правильная, и не требуется дальнейшего повторного оперативного вмешательства для пластической операции. В областную детскую клиническую больницу уже поступали ребята с похожими травмами, поэтому алгоритм работы четко отлажен. Причины несчастных случаев самые разные. Были случаи, когда к нам поступали, и такие же случаи, когда удар копытом лошадью, качели, падение с велосипеда, там с различных высот, периодически такое бывает. Сейчас о неудачной прогулке Богдану напоминает лишь повязка на голове, которую снимут к началу учебного года. Состояние мальчика стабильно, он хорошо себя чувствует и ни на что не жалуется. Восстанавливаются все функции, неврологических дефицитов нет, когнитивные функции восстановлены до прежнего уровня, так же, как и двигательно-чувствительные сферы. Слуховая, зрительная функция вся восстановлена также полностью, слуховая была и прежде нормально. Стоит отметить, что Богдан в этом году пойдет в первый класс. Благодаря усилиям врачей он сможет присутствовать на торжественной линейке. В ближайшие несколько месяцев он также будет находиться под наблюдением невролога. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».